В Туле прошли тотальные проверки трудовых мигрантов из Центральной Азии. По сообщению МК в Туле, в рейде против мигрантов участвовали сотрудники одновременно нескольких силовых структур – ОМВД, ОМОН, СОБР, Росгвардии. Массовая проверка прошла не только на рынках, но и на прилегающих к рынку улицах. В частности, на улицах Пирогова и Каминского также проверяли приезжих из стран Центральной Азии. 20 октября в первой половине дня порядка 200 человек были выстроены в длинную колонну, как пленные во времена Второй мировой войны. Ситуацию прокомментировал председатель правозащитной организации «Йордам» и сотрудник мемориала Бахром Хамроев. Обратите, журналисты, внимание. У них есть объяснение именно таких поведений, когда правоохранительные органы вот так строим их демонстративно, как плен взяли, показывают. Знаете, это о чем говорит? Объяснение есть у Кремля свой, у правительства есть объяснение. Они говорят, мы против экстремизма. Это вот относится это к теме ислама, к теме мусульманства относится.